появляются такие вот нити. С виду может показаться, что это паутина. Однако в этой лаборатории пауки не живут. Эта нить служит основой для мембраны, которую в дальнейшем можно использовать для очистки воды. Мы отделяем вот эту пленочку вот в таком виде, и через нее, соответственно, проходит вода. Размер вируса 130 нанометров, и нановолокна могут его отфильтровать в воздухе и воде.